Товарищ подполковник, лейтенант Баленов, по вашему приказанию, прибыл. Товарищи, для дальнейшего прохождения службы на должность военного дирижера части прибыл лейтенант Баленов Александр Павлович. Как сложится дальнейшая судьба Александра Баленова, сказать трудно. Многое будет зависеть от его профессионального умения руководить армейским музыкальным коллективом. Надо организовать работу военного оркестра так, чтобы она способствовала боевой и политической выучке воинов, их музыкальному и эстетическому развитию. А совсем недавно Александр Баленов был курсантом военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. И сами готовьте эту тему. И сход с ней все тише и тише. Созданный в 1935 году, факультет готовит для советских вооруженных сил руководителей военных оркестров и ансамблей песни и пляски. Здесь учатся и представители дружественных армий. Выдающиеся композиторы Глинка, Римский-Корсаков, Чайковский, Глазунов всегда высоко оценивали художественные возможности военных оркестров и создавали для них оригинальные произведения. С жизнью военно-дирижерского факультета неразрывно была связана деятельность выдающихся советских музыкантов Иванова Радкевича, Чернецкого, Блажевича, Александрова. Теперь трели, когда берете дыхание, трели здесь, переходы, чтобы не было заметно толчков, да, плавный переход от трели к трели. Можно еще раз? Военный дирижер должен также обладать хорошими строевыми качествами и командирскими навыками, досконально знать порядок проведения воинских ритуалов и в совершенстве управлять оркестром. Сыра! Для встречи справа! На крап! Опять пойдет.
первый раз, когда побочная партия идет. Та-т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 а. Спокойнее. Все-таки у нас получается немножко суетливо, так? Немножечко спокойнее, понимаете? И получается так очень быстро как-то, и даже теряется выражение. Профессия военного дирижера требует обширных знаний в области теории и истории музыки, владения духовым инструментом, разносторонней специальной подготовки. Под руководством опытных преподавателей-профессоров будущие дирижеры во время учебы постигают сложное искусство дирижирования и инструментовки. Военный дирижер не только профессиональный музыкант, но и руководитель коллектива, офицер-воспитатель. Большим подспорьем в этом будут знания, полученные в ходе марксистско-ленинской подготовки и изучения боевых традиций. С первых дней советской власти военные оркестры неустанно звучали в пламени сражений, на марше и привале, на митингах и парадах, вдохновляя бойцов Красной Армии на подвиги во имя революции. Всем дорогам Великой Отечественной войны прошел вместе с солдатом военный музыкант. Легендарная фигура трубача стала своеобразным символом военного музыканта. Подвиги многих из них навечно вписаны в героическую летопись советского народа. Продолжая традиции своих отцов и дедов, сегодняшнее поколение военных музыкантов серьезно изучает военное дело, всегда готово встать на защиту Родины. Товарищ генерал-майор, курсант Баленов для сдачи государственного экзамена по службе военного оркестра в строю прибыл! Товарищ Баленов, берите билет. Читайте, все ли вам там ясно, пожалуйста. Есть! Музыкальное обеспечение воинских церемониалов способствует строевой выучке войск, их слаженности при совместных действиях, дисциплинирует и воспитывает советских воинов. Участие военных оркестров в воинских церемониалах является звучащей эмблемой величия, мощи и непобедимости советских вооруженных сил. Thank you.
Быстро промелькнули годы учебы. Так проходят экзамены по службе военного оркестра в строю. Здесь проверяются профессиональные качества военного дирижера. Рунов, марш в Ленинград, перебой малого барабана! Марш в парад! Даже во время экзаменов курсанты находят время выступить с концертной программой. Такие выступления – своеобразные генеральные репетиции перед самым ответственным экзаменом по дирижированию. Прошу. У кого педаль? Также потише слушайте арфу. Не заглушайте ее. Прошу. 34. Кларнетом. Попробуем тише сыграть. Еще. Так можно тише? Прошу. За так. На экзамене в Большом зале Московской консерватории курсанты исполняют самые сложные произведения современной и классической музыки. Экзаменуется курсант Баленов. Цезар Франк. Симфония ре минор. Финал. Товарищ полковник, личный состав военно-дирижерского факультета по случаю очередного выпуска построен. Начальник факультета, полковник Трубников. Поздравляю вас, товарищи выпускники, с успешным окончанием факультета. Желаю вам новых успехов в службе на благо нашей великой Родины. Ура! 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 Последнее торжественное построение в стенах факультета. Уже не курсантов, а офицеров. Они везде будут достойно нести знамя советского музыкального искусства. Будут вносить свой вклад в дело коммунистического воспитания советских воинов, надежно стоящих на страже социалистического отечества. По традиции молодые военные дирижеры приходят на Красную площадь.
Военные оркестры советских вооруженных сил прошли славный боевой путь. Они снискали заслуженное уважение народа. Звучит военная музыка.